Преподаватели Аграрного технического высшего колледжа имени Исатая Абдукаримова обмениваются опытом с зарубежными специалистами. Цель – повышение системы образования до уровня мировых стандартов и подготовка конкурентоспособных квалифицированных кадров. Как известно, глава государства 2025 год объявил годом рабочих профессий. В связи с этим, со следующего года во всех технических и профессиональных образовательных учреждениях страны будет создана новая модель обучения. Одно из основных требований – учебные заведения должны пройти международную отраслевую аккредитацию. С этой целью Аграрно-технический высший колледж имени Исатая Абдукаримова работает с программой оценки и сертификации. Еще одним требованием международной отраслевой аккредитации является обмен опытом преподавателей с зарубежными специалистами. В колледж был специально приглашен немецкий эксперт Курт Ричард, который занимается повышением знаний специалистов по дисциплинам электрооборудования и электроснабжения. Наша цель – повышение знаний и опыта специалистов в различных отраслях. Внедряя различные методы, достигаем хороших результатов. В первой половине дня мы проходим теорию, затем применяем на практическом уровне в лабораториях колледжа.